Не успел завершиться старый учебный год, как начинается подготовка к новому. На Тверской швейной фабрике приступили к пошиву школьной формы для детей из многодетных семей. В этом году ее получат порядка 30 тысяч детей. Затем все комплекты будут переданы для распределения в центр «Тверская семья». Подробности у Натальи Чекет. Производство школьной формы начинается в подготовительно-раскройном цехе. Здесь проверяют качество тканей и отсутствие дефектов. Далее раскройка. Большинство процессов автоматизировано. Подготовленные детали передают в швейный цех, где и сшивается готовое изделие. Я окантовываю подкладку бокового кармана с предварительным стачиванием. Срезик окантовывается, одновременно обметывается и стачивается. Получается такой у нас кармашек. После того, как изделия полностью готовы, их осматривают контролеры. И если все в порядке, отправляют на склад. Из брюк, пиджаков, юбок, жакетов и жилетов собирают соответствующего размера и фасона комплект. Цвет формы зависит от утвержденной в школе цветовой гаммы, где учатся дети. Она может быть бордовой, серой, темно-синей или черной. Для мальчиков комплекты состоят пиджак, брюки, сорочка одна белая, две голубые, галстук, значок. Для учеников 1-3 класса, для мальчиков в комплект добавлены еще одни дополнительные брючки. У девочек это жакеты, юбка во всех представленных комплектах. Также во всех комплектах представлены две белые блузки, одна розовая. У учеников с 1-3 класс будет еще добавлен жабо, это аксессуар, да, одежды. И у девочек с 1-5 класс будет еще либо сарафан, либо жилетка. Впервые в новом учебном году по решению губернатора Игоря Рудени комплекты школьной формы предоставят всем учащимся из многодетных семей с 1-11 классы. Напомним, что до этого форму выдавали только детям с 1-5 классы. По просьбе многодетных семей мы дополнили номинацию, что если старший ребенок закончил школу и учится на дневном отделении профессионального образования, либо высшего образования, то возраст старшего ребенка с 18 лет повышается до 21 года, чтобы младшие братья и сестры, так сказать, получали школьную форму. Прием заявок на получение школьной формы уже начался. Если многодетная семья еще не передала в свою школу размеры костюмов, то сделать это необходимо в ближайшее время. Важно, чтобы мерки для одежды были сняты правильно. И тогда будущая школьная форма будет ребенку впору. Следующее измерение – это обхват груди. Измеряем вокруг тела ребенка по наиболее выступающим точкам груди и лопаток на уровне подмышечных впадин. Строго по горизонтали. И следующее измерение – обхват талии. Вокруг тела ребенка по самому узкому месту, плотно обхватив талию, строго по горизонтали. Всего на Тверской швейной фабрике должны изготовить 29 839 комплектов. Это более 70 тысяч изделий. На предприятии уверены, что все будет выполнено в срок. И уже к 1 сентября ребята из многодетных семей получат новую школьную форму в фирменных коробках.